В магазине Hobby.DN.UA всегда огромный выбор сборных масштабных моделей, качественный инструмент, краски и модельная химия от ведущих производителей, разнообразный автомаркет, декали, фототравления и много-много-много других товаров как для начинающих, так и для опытных моделистов. Новинки рынка, гарантия качества, доставка как по Украине, так и в любую точку земного шара, постоянным покупателям скидки. Hobby.DN.UA – это твои увлечения. Попробуйте новую версию сайта. Вас ждет новый дружественный интерфейс, удобная навигация, огромные арты, возможность поделиться своими фото готовых работ, комментарии покупателей. Ссылка на новый сайт внизу в описании. Всем, друзья, большой привет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Продолжаем работу над КАМАЗом для диорамы Спинтарес. И в этой серии я хочу покрасить раму, покрасить двигатель, чтобы все это закрепить на своих местах, чтобы наша рама была полностью готова. Кроме того, после того, как установлю двигатель и все остальное, здесь, как вы, может, помните, может, нет, здесь у меня есть такие специальные крепления, их надо будет поставить на свои места, они будут ограничивать угол подъема кабины. Ну и двигатель, соответственно, основной цвет алюминий или сталь, посмотрим, и затем согласно инструкции какие-то части буду выделять другими цветами. Ладно, меньше слов, больше дела, поехали. Задул я черным цветом, вот, Nata Black, нашу раму. Возможно, кое-где есть непрокрасы, буквально пускай немножко постоит, подсохнет, я пройдусь по второму кругу. Ну, много здесь всякого такого нычек, таких мест, которые можно с первого раза не доглядеть, ну, поэтому будем еще раз проходить. Ну, а по большому счету, чем прикольные диорамы, в отличие от простых моделей, тем, что, ну, давайте будем откровенны, можно чуть-чуть схалтурить, где-то потом замаскировать какими-то элементами, визерингом, там, грязью, еще чем-то. А если строим, как бы, модельку для полки, ну, не все эти хитрости и тонкости могут пройти, поэтому я люблю строить больше диорамы. Так, ладно, сейчас займусь двигателем. Так, задул я алюминиевым светом, кстати, вот таким вот, от Vallejo Model Air, наш двигатель, это базовый слой. Сейчас я, ну, честно говоря, согласно инструкции, кое-какие элементы двигателя покрашу в другой цвет, ну, уже буду красить кистью. Кусок кардана, за него я брался, тоже покрашу черный цвет, тоже кистью. И, в принципе, его можно будет крепить на свое место. Конечно, придется немножко постараться, потому что, ну, данная модель один из тех немногих случаев, когда двигатель будет видно. И последняя деталька, которую я покрасил с помощью аэрографа, это наша выхлопная труба, вернее, выхлопная система. Красил я ее с помощью вот такой вот краски от Мига, которая называется «Ржавые траки», имитируют ржавчину. И хочу сказать, что по большому счету не особо отличается то, что получилось, от просто загрунтованной выхлопной, которая была до этого. Разница совсем незначительная, вот здесь можно увидеть в этой части, ведь я здесь просто рукой брался, я все это подкрашу кистью, тем более он будет в таком месте, что особо будет не видно. Вот, и теперь сейчас займемся, думаю, наверное, это мы поставим на свое место, а затем займемся дальше движком. Итак, выкрасил я двигатель в те цвета, которые были по инструкции, вернее, те детали, которые были отдельно выделены в инструкции как другим цветом. Ну, естественно, в таком виде его оставлять нельзя, поэтому сейчас я где-то возьму там свою химию, там потеки масла, что там, пигменты какие-нибудь, еще что-нибудь, смывку, и что-то будем как-то водить его до ума. После небольших манипуляций вот этой вот не особо разнообразной химии двигатель принял вот такой вот вид. Немножко приглушились цвета, вернее, тон алюминия немножко стал более такой насыщенный. Немного масла, немного пигмента.
Вот такой двигатель есть на данный момент. Значит, сейчас я его вклею на свое место в раму и немножко поработаю непосредственно с рамой. Итак, друзья, поставил на свое место двигатель, поставил на свое место выхлопную трубу. Кроме того, сделал, ну вот как раньше говорил, на свое место поставил вот систему, видите, систему подъема кабины. Причем с одной стороны как бы хорошо получилось, а с этой стороны немножечко есть косячок. Такой, почему-то нижняя часть не приклеена. Каким-то местом она приклеена, но не до конца, видите, там как-то движется полностью. Ну ладно, это все мелочи. Дело в том, что все равно на диораме она будет в полностью открытом положении. Это я так делал чисто для себя. И еще один такой, видите, косячок, если бы планировалось кабину открывать-закрывать, то здесь вот, видите, вот этот трубопровод почему-то мне мешает для нормального открытия. То есть где-то здесь какой-то небольшой перекосик произошел, и, честно говоря, даже не знаю где, потому что вроде все было правильно, все красиво. Но так как я буду дальше собирать в таком положении, там везеринг делать, все остальные там примочки, и только в конце уже открою, то, наверное, я вот эту часть немножко обрежу. Она все равно не будет как-то видно, ее не будет, влиять на что не будет, а открываться она будет нормально. Вот. Наконец-то руки добрались до колес. Диски я уже задул черным, как вы видите. Сами покрышки резиновые сейчас пройдусь пигментом. Старая резина, нам новые не нужны. Естественно, это будет первый этап. Я потом все соберу. И уже на машине придется добавить еще кучу грязи и всего остального. Но с чего-то нужно начинать. Чисто для сравнения. Видите, одно колесо запыленное, другое чистая разница, как говорится, налицо. И вот, друзья, одеты покрышки на наши диски. Вот так это все выглядит. Не удивляйтесь, почему здесь 6, а не 7. Потому что запасное колесо уже стоит на своем месте. Значит, с этими колесами какая ситуация? Ну, пока я их клеить на модель не буду, пока они будут лежать отдельно, потому что... Ну, нужен доступ до рамы, нужен доступ к самим же непосредственно колесам. Они будут еще ушатываться, грязниться. Поэтому решение такое. Они собраны и лежат своего часа, ждут дальнейшего вазеринга. Друзья, благодаря ребятам, которые сделали мод для Yaris Spintires, именно КамАЗ 4310, стало мне понятно вот с этой вот лебедкой все. Что, куда, чего идет. Оказывается, здесь наш трос уходит сюда. Здесь у нас плачок. От него выходит вот через эту щелку на внешнюю сторону рамы. Потом этот тросик проходит. Уходит он под крыло сюда. И опять-таки у нас появляется из-под бампера и цепляется крюком за вот эту проушину. Ну, так вот в игре. Я так думаю, что в принципе такой вариант возможен и в жизни. Поэтому я сейчас сделаю это. В качестве крюка, которого, естественно, i7 не ложил, в наборе его нет, я нашел у себя старенький наборчик с Прагой. Танк Прага. Вот такой вот наборчик у меня валяется. Башни уже давным-давно нет. И потихоньку начинаю разбирать его на другие проекты. Итак, крюк у меня будет от него. Естественно, придется немножко его переделать. Но это все равно будет, мне кажется, лучше, чем если я начну делать что-то там, ну, собственное, какие-то изголения. Вот, ну сейчас протяну и покажу. Итак, вот как мне удалось протянуть трос для лебедки.
Вот она здесь начинается. Проходит вот сюда, вдоль борта. Проходит, проходит. Там за колесом будет проходить, уходит под передний бампер. И вот здесь она приходит вот сюда к крюку. И крюк закреплен в своей нише. Кроме того, сделал вот такую скобу. Наверное, для удобства обслуживания, не знаю. Это опять-таки из игры. Эту скобу посмотрел. Ну и немножко сухой кистью с помощью краски сталь повыделял грани, болты. Это, грубо говоря, какой-то первый элемент визеринга, что ли. Ну и давайте, наверное, на этом закончим эту серию. Вот так сейчас выглядит автомобиль. Значит, не смотрите на все перекосы, кабина просто приставлена, даже на свое место не посажена. Задние колеса как бы на своих местах, но вот кажется, что поднято. Все из-за того, что передние колеса просто так приставлены. Там, если вы помните, не помните, было два варианта сборки переднего моста. Первый вариант, колеса смотрели ровно прямо, и тогда там были посадочные места под колеса, такие были выступы, а в колесе, соответственно, небольшое отверстие. То в том варианте, который собрал я, там ничего подобного нет, и колеса придется или что-то придумывать, или сорвать на живую. Но дело в том, что сейчас получается, оно просто как бы на колесе кабина просто лежит. Она должна быть чуть выше, соответственно, зад, естественно, опустится. Ну вот, видите, здесь вот такое отверстие, а вот здесь, сейчас я кабину сниму. Вот видите, здесь нет никакого штычка, чтобы отцентрировать это колесо. То есть придется как-то внимательно смотреть, клеить на живую, но это будет уже потом. Вот. А на сейчас, наверное, все. Давайте прощаться. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все. Всем удачи. Всем пока. Вот так. Дружно и бессмысленно скоротали время.